Всем привет и добро пожаловать на канал Games APS. И у нас небольшой такой обзор на игрушку, которую я нашел буквально вот недавно на просторах интернета. Это своеобразный симулятор, насколько я понял, тест-драйва. Вот, ну, как бы давайте посмотрим, чего это такое. Я настройки уже какие-то сделал. Дают нам на выбор несколько локаций, в которых мы можем ездить. Вот эта локация вообще безумная, она просто плоская поверхность, и ничего на ней нет. Ну, давайте первую выберем, посмотрим, чего на ней есть. На джойстике от Xbox 360, благо поддерживается в настройках и довольно интересно. Нет, ну сюда еще не заходил. Что это за безумная упоротая штука? Черт возьми. Ну да, в описании было написано, что вот довольно реалистично сделана краш-симуляция, скажем так, вот эта машина. Так, ну, в общем, я понимаю, что машина просто в какашку будет свернута. Вот, ну, во всяком случае, ладно, давайте эту миссию прервем. Возьмем другую какую-нибудь карту. Ну, давайте вот какой-то гоночный трек. Industrial Site написано. Здесь дело в том, что игра в стиле SN. Ну, сейчас будем пробовать. Долговато грузится. Пока тут все. Ну, это, насколько я понимаю, это, ну, скорее всего, бета-версия. А может, просто кому-то делать нефиг было. Вот. Вот наша машинка на джойстике. Если нажать F1, вот здесь будут показаны, собственно. Так, вот тут есть Advanced. Это, ага. Здесь еще куча всяких настроек. Ну, не так уж и много их, конечно. Вот дебаг, это видно еще пока. Ну, по крайней мере, вот так. То есть, правый стик у нас отвечает за камеру. Вот такая вот у нас машинка. Но самое интересное, что можно выбрать другую машинку. Можно нажать Ctrl-E, и здесь вот будет Vehicle Selection. Селектор. И также здесь находятся, по сути, всякие штуки, вот типа вот такой вот горы покрышек. Честно говоря, как это дело, куда двигать, я еще не научился. Ну, не знаю, давайте как-то попробуем. Скорее всего, никак. Ладно, хорошо, давайте разобьем какую-то тачку. Уже очень мне этого хочется. Вот здесь Fire Ramp есть. Ну, это нифига она не Fire Ramp. Ну, ездить она тоже не хочет. Во всяком случае, не получается ее как-то перемещать. Ну, ладно, может, как-нибудь разберусь и запишу еще по этому поводу еще какую-то серию. Так, ну, не знаю, давайте выберем вот какой-нибудь Corvette 1.5 DXi FWD. Вот, ну, давайте попробуем куда-то поехать. Так, управление вот у нас показано на Accelerate, это Right. Вот, поехали потихоньку. С камерой тут, конечно, ну, за рулем у нас сидит призрак, никого нет за рулем. Так, окей. Давайте камеру развернем хоть как-то более-менее, чтобы нам было видно. Ну, давайте поедем. Управление, конечно, я вам скажу. Ну, то есть, с учетом того, что я играю на джойстике, с учетом того, что я имею очень неплохое представление, как ездить на машине, да и умею, и езжу. Ну, соответственно, да, в принципе, неплохо. Единственное, надо камеру подправлять. Давайте поедем вот туда. Там есть какой-то город или что это такое. Мы куда-то врежемся. Врезались. Так, задний ход. А, где? Reset. Пауза. Reset. Вот. Next vehicle. А, видите, не работает. То есть тут как-то еще нужно разобраться с самим управлением. Так, мы ехали куда? Мы ехали где-то в ту сторону. Так, может, камера сама по себе выстроится. Давайте. Это мы едем.
Вот дорога. И вот сейчас мы в эту... Блин, вот отцентровать эту камеру, я так понимаю, вообще никак нельзя. Gearbox down, gearbox up. Ну, я так понимаю, что это не работает. Ну, во всяком случае, коробка здесь полностью автомат. Интересно, далеко ли мы заедем по таким... О, дороги прям наши, прям вот дороги, как надо. Видать, наши сделали игрушку, и дороги делали такие же. Ой, в камешек впилялись. Ну, с управлением тут действительно лажа. Ну, то есть лажа с тем, что надо привыкать. Да и джойстиком я, собственно, не сильно. На клавиатуре, конечно, ездить немного проще. Но, правда, вот с камерой реальные проблемы. Потому что, ну, вы видите, да, то есть надо ее постоянно подкручивать, постоянно. Хотя, может быть, в настройках где-то есть какая-то беда. Ну да ладно. Так, поехали. Поехали. Мы не можем ехать. Давайте сбросим машину. О, блин, вот она на исходную возвращается. Ладно, поехали, пофиг. Ядрить Мадрид. Так, давай. Хорошо. Так, давайте все же разберемся, как у нас происходит установка. Ctrl-R. А, это будет, скорее всего, перегрузка машины. Цикл камерас. А, вот. Ё-моё, вот же ж. То есть можно еще из-за руля сидеть. Это прикольно. На самом деле это прикольно. Ну вот, уже какое-то, по крайней мере, есть ощущение управляемости автомобиля. В том плане, что я вижу, как стоит руль, куда мне управлять, куда мне ехать. Так, давайте поедем вот оттуда и в поля. Вон там еще какая-то ересь в виде каких-то камушков. Даже не знаю, куда мы сейчас приедем. Ну, в общем, куда-то мы едем. Давайте впиляемся в дерево. Если у нас это получится, но у нас не вышло впиляться в дерево. В общем, мы... Ну да, ну, кстати, так примерно и выглядит, наверное, то, чего происходит внутри салона автомобиля, если случается, не дай бог, конечно, реальная авария. Вот. Ну, я думаю, на этом надо другую машину выбрать. Здесь можно их как-то еще сталкивать. То есть я смотрел, давайте выберем другую карту, какую-то более ровную, изо всяких поворотов. Так, давайте выберем. Я даже не знаю, тут очень много всяких разных карт. Ну вот, я смотрел вот эту, она, то есть, в виде стадиона какого-то, и она ровная относительно. Да, загрузка, конечно. Так, итак, вот наша машина. Вот наш какой-то стадион, совсем не такой, как на картинке. Но дело не в том. Давайте попробуем все-таки поставить какую-то штуку куда-нибудь. Так, Parts Selection. Ну, я смотрел, это как бы выбрать можно, по сути, вот видите, все части автомобиля, которые доступны, их можно выбрать. Например, ну вот, управление спортивное можно поставить, то есть будет, наверное, все-таки лучше управляться автомобиль, что ли. А можно его совсем убрать, и тогда машина не будет управляться вообще никак. Ну, то есть, да, понимаете. Колеса сами будут поворачивать, сами, что с ними только не будет происходить. А, так, ну, собственно, нам нужно пока не это. Нам нужно выбрать какие-то... ну, вот флип-рамп, например. Выбираем флип-рамп. И как его куда-то перенести? Стир. Ну, в общем, как-то можно перенести. Так, ну, возможно, это просто пока еще не работает. То есть, ну,
А вот здесь как бы управление камерой есть тоже на цифровом блоке клавиатуры. Ну, я понял. В общем, надо выбирать. Либо здесь как-то можно его запомнить, это положение. Так, Shift-Tab, Switch, Vehicle, Backward. Не катит. Так. A, L. О, это вообще я в дебаг влез. Нет, дебаг нам не нужен. Так. Left signal, right signal, hazard signal, mouse control. Так, ну это самого движка. Так, ну я пока не вижу, где тут есть возможность установки. Так, ну давайте Ctrl-T. А и мод. Ну, давайте выключим. Free from player, chasing player, done. А, теперь мы поставим машину. А, давайте какую-то, да любую, в принципе, можно машину поставить. Во. Грузовичок. Так, давайте переключимся в камеру. Вот можно так вот посмотреть. Ну, вы знаете, довольно неплохо сделана сами внутренности автомобиля, да и графика как бы довольно-таки ничего. Я в свое время довольно много провел времени за всякими различными симуляторами автомобильными. Так, ну вот передачи переключаются. Да, кстати, совсем недавно узнал, что вот нижние вот эти кнопки, которые идут на джойстике, которые RTLT, они еще имеют ось свою, то есть чем сильнее нажимаешь, тем сильнее срабатывает та или иная функция, которая на них есть. Так, ну давайте попробуем нарезать пару кругов и... А, вот давайте выйдем. Давайте выйдем вот туда, посмотрим, что у нас есть там. Так, ну как обычно, мы не въехали. Не туда, куда надо. Скорее всего, это просто одна большая карта с разными локациями. Вот там при выборе нам позволяет выбрать ту или иную локацию. Мне нравится, на самом деле. Не знаю, как вам. Так, как там включать поворотник? О, работает. Смотрите. Ой, что это было? Ух ты. Это я. Так, выключим дебаг мод. Нам он не нужен. Так, уйди, о. Нам вообще надо ехать куда-то там. Ну да, приехали. Так, давай заднюю включай, включай, давай. Че, не хочешь? Хорошо. Ну, в общем, ладно. Давайте выберем. Я даже не знаю, какую-то... Надо вот прям, не знаю, в какую-то смятку попробовать разбить автомобиль. Так, Gavril H Series. FireStax. Я не знаю, что это. Gavril D-Series. Так, Offroad, Sport. Вот Sport. Так, что это у нас за машина? Угу, я понял. Это пикапчик наш. Ну, давайте погазуем на пикапчике. Ой, паузу нажал. Да, ну, чтобы было понятно, выглядит снаружи это примерно так. Да, вот, кстати, на единичке камера вроде становится по центру. Ну, то есть, не знаю, как тут делать, чтобы она постоянно находилась в центре. А, ну вот, хотя да, вот, нормально, отлично. Я нажал пятерочку, если вдруг что. Я хочу машину разогнать побыстрее, но это у меня не получается. Ладно, давайте все-таки выберем другую карту. Опять же таки. Так. Я хочу создать какую-то, не знаю... Ну, сам я карту точно не создам, потому что я не знаю, как это делать. Так, Dry Rock Island. Вот это grid map какая-то. Ну, давайте попробуем.
Так, вот она загрузилась. Так, а, вот хорошая карта, кстати, на самом деле. Во, отлично. Тут у нас прям все для испытаний. Вот там хорошая рампа есть такая. Сейчас попробуем на нее взлететь, если у нас, конечно, получится это сделать. Давай, 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 давай. Так, короче, понятно. Давайте выберем другую машину. Там были какие-то более-менее... Хотя, вот мы можем двигатель еще поменять. А, ну здесь стоит максимальный. Так, хорошо. Нет, не хочу я выходить. Так. Корвет. Где-то тут были. Вот, Гранд Маршал. О, Полиц Пэкэдж. А ну-ка. Да, полицейская машина. Так. А что у нас внутри в полицейской машине? Особо ничего интересного. Ну, я вам скажу так. Довольно качественно сделаны салоны, если что. Так, даже поворотники работают. Вот я ручник-чок включил. О, поехали. Ой. Так, а вот теперь мы сможем, по сути, над этой машинкой что-нибудь поделать, если у нас есть, естественно, возможность. Так, front left door. То есть ее можно поставить, ее можно убрать. Engine. А, ну я понял. Engine у нас только один. Так, автоматик трансмиссион. Это хорошо. Так, чего у нас есть? Front wheels. Так, ну это колеса. Так. Ну, в принципе, то есть тут особых, как бы, я так понимаю, нету. String racing wheel. Давайте поставим racing wheel. Да, такой racing wheel вообще жестокий. Так, ну что, поехали. Поехали куда-то разобьем тачку. Нет, вперед поехали. О, да-да-да-да-да-да. Давай. Уии. У нас глушитель к фигам отвалился. Так, давайте поехали вот на эту штуку. Запрыгнем, попробуем, по крайней мере, если не упадем. Давай, 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 давай. А. Ну что нам остается сделать? Только съехать вниз, если у нас это получится. Понятно. Так, ну давайте попробуем вот на этой полосе. Это, я так понимаю, полоса для тестирования, как в тест-драйвах. Ну, то, вернее, краш-тестах. То есть машинка, вернее, игрушка, в принципе, про эти самые краш-тесты. А теперь нам нужно аккуратненько сдать назад. Ну, теперь понеслась. Да, только понеслась, конечно. Ну, давай, 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 давай. Вот так. Нормально. И что у нас вышло? Ну, довольно неплохо. Довольно неплохо. Интересно, после этого... Что у нас там двигатель, кстати, в салоне оказался? Не, не оказался. После этого машина еще даже едет. То есть, чтобы вы понимали. Притом едет довольно неплохо, правда, задним ходом.
Так, не знаю, куда мы там заехали. А, вот, кстати, тоже хорошая тема для испытания. Так, давайте сбросим тачку и поедем вот туда вот, где такой угол. Вот туда, в общем. Нормально. Неплохо так. Да, только нас теперь в другую сторону клонит. Несет прям вообще не туда, куда надо. Ладно, поехали прямо. И что это было? На бровку не смог заехать. Давайте задницы туда впиляемся, попробуем. Не получилось. Давайте объедем просто эту всю конструкцию и там нормально выровняемся. И нормально, норм. О, отлично. Что у нас вышло? Ну, застряли мы. Заклинило нас. Так, давайте поехали вот туда. Сейчас нам что-нибудь вырвет. Бампер отпал уже, вот нормально. Так. Давайте врежемся прям в стену. О. Так, в общем... В общем, вот такая вот забавная довольно игрушка. То есть, если у кого-то нет... Вернее, у кого-то дофига свободного времени, могут попробовать в нее поиграть. Ну, действительно, штука еще как бы сырая совершенно. Абсолютно при том. Но, действительно, эффект того, что... модель повреждения автомобиля и, собственно, как это все дело происходит, довольно мне нравится. То есть, можно сказать, что если на базе вот этой штуки, на базе с этими машинками делать полноценный какой-то симулятор автомобиля, то можно неплохо сделать какую-либо игрушку. В общем, ну, не знаю, если что, если хотите, чтобы я дальше разбирался с этим, с этой штукой, попробовал что-то запилить поинтереснее с этими машинками, пишите в комментариях. Вот мы в конечном итоге куда-то приехали. Вот. Пишите в комментариях, ставьте пальцы вверх. Всем пока. И подписывайтесь, понятное дело.